Новый год – это самый волшебный, веселый праздник, которого дети ждут, верят в сказку и чудо. А потому в детском саду номер 74 прошел новогодний утренник. Красиво украшенный зал, нарядная елка, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Кощей ожидали малышей. Ребята погрузились в мир чудес, приключений, невероятных превращений и сюрпризов. Дошколята танцевали, пели песни, читали стихотворения, водили хороводы и с удовольствием участвовали в играх и конкурсах. Новый год вообще для детей это всегда праздник, это всегда сказка. Дети очень ждут и Дедушку Мороза, и подарки, и понятно, что для них праздник это, ну, всегда елки. Нарядные, красивые, они со стихами. У нас, поскольку дети с особенностями психофизического развития, им достаточно сложно, многим даются стихи, песни, именно текстовой вариант. Поэтому это преодоление себя к Новому году. Разноцветные сверкающие гирлянды и ярко украшенная елочка принесли детям ощущение чуда. С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети окунулись в праздничную атмосферу приключений и волшебства. Все старания взрослых ради улыбок и детского веселья. Ведь Новый год – настоящее время чудес. Подарить не только незабываемые впечатления, но и подарки. С садиком мы сотрудничаем уже давно. Вот, мы постоянно в течение, не только на Новый год, но и в течение года стараемся помогать им приобретать что-нибудь, там, продукции, там, тетрадки бывают. Вот, поэтому мы с ними сотрудничаем, и в преддверии этого праздника и акции, и наши дети, мы решили в этом году еще больше, ну, поддержать наших деток, решили им плотер подарить, который будет им служить, я думаю, надеждой. Вот, что они смогут, и игрушек. Хорошая подготовка, придуманный до мелочей сценарий, четкая и слаженная организация коллектива – все это определило отличное настроение каждого ребенка на праздничном утреннике. Детки были радостны и получили заряд положительных эмоций, так что этот праздник они еще будут вспоминать долго, ведь невозможно забыть удивление, восхищение и радость в глазах и атмосферу новогоднего чуда, которое взрослые создали для детей сами. Очень радуется душа, веселый, довольный. Праздник, благодарность всем педагогам, деткам, веселые, позитивные, молодцы, сыграли на отлично. Все очень было потрясающе, и гостям, которые пришли на утренник, молодцы, тоже сделали такие шикарные подарки. Я думаю, детки очень рады и счастливы. Анастасия Мельшкевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.